Давно-то охотились, где у кого. Ну, у нас сейчас завтра работы нету, там кормиться чем-то надо, и поэтому охотились. Они уже знали все повадки, они знали, знают все, все передвижения снежных барсов, где они ходят, где они концентрируются. То есть, и, соответственно, легче было им, то есть, предоставить какие-то фотоловушки, то есть дать какое-то вознаграждение для этого. И, соответственно, они после этого, чтобы был у них стимул. Ага, козероги есть. О, барс. Ну, барс. Туда пошел. Сейчас вырастим, ну, эти барсы, много будет, правнучек можно смотреть. А так, если бы вообще потеряли бы этот проект, не открылся бы, этот барсов же не было.